сегодня вы увидите. И ты готова даже стать моей девушкой? Возможно. Опа! Опа! Нет! Вау, серьезно? Откуда он у тебя? Я тоже такой хочу. Если ты, да-да, именно ты, хочешь получить этот АКР-некромансер, то, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Также, самое главное, смотри это видео от начала до конца без перемоток. Я выберу одного победителя и вручу ему АКР-некромансер, так что не забывайте указывать ваш ID. Поехали! Доели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные скины каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Алло, Кира, привет, это ты? Да, привет, слушай, ты мне говорил, что у тебя есть нож-бабочка, у тебя есть? Да, есть. А покажи, он у тебя одет? Не, ну смотри, смотри, у меня керамбит голд, но нож-бабочка у меня есть в инвентаре, то есть ты не переживай, все окей. Ну покажи, я очень хочу увидеть. Очень хочешь? Да. Ну, давай скриншотик, вот как девочки отправлю скриншотик, окей, только ты никому обещаешь? Да. Давай, ща, на тот же ВК кидаю. Давай. Так, так, так. Все, отправил. Вау, серьезно, откуда он у тебя? Я тоже такой хочу. Ну ты можешь его заработать. Очень простым способом. Тебе надо просто выиграть в этой дуэли до 5, только боетемка. Готова? Да, хорошо, давай. Ты точно готова? Да. Ну окей, я тебе желаю удачи, ну а мы начинаем. Играем ровно до 5, и кажись, я тебя только... Ох ты, фига себе у тебя пинг. Ой. Блин. Походу ты никогда не получишь нож бабочка. Нормально, хорошо играешь, 1-0, тупо ваншот, ванкил. Нормально, нормально, играем дальше. Я получу. А что, ты сильно хочешь? Да, я постараюсь. А откуда у тебя нож бабочка? Ну мне как бы мой друг подарил. Вау, классно. А у него есть лишний? Ха-ха, лишний? Ну мы посмотрим. Пока что ты играешь очень плохо, пока что, ну, реально ничего лишнего нету. Если ты меня выиграешь, то один нож бабочка будет твой. Я просто очень сильно хочу его. Очень-очень? Да. И ты готова на все ради него? Да. И ты готова даже стать моей девушкой? Возможно. Возможно! Ничего себе, а сколько тебе лет? Мне 17. 17 лет, ой-ой-ой. Так, ну счет пока что все очень-очень плохо. 3-0, ну камон. Так, пока что счет 3-0, и счет, кажись, ты нож бабочку, ну, никак не сможешь получить, блин. Да я получу его. Да? А ты уверена в этом? Да. Я тебе сейчас дам небольшую фору, я буду играть с керамбита. Вот если ты меня убьешь, то будет одно очко тебе. Давай. Ого, фига себе ты опасная. Так, 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 тихонечко. Я тебя сейчас убью. Ну попробуй, давай. Если у тебя выйдет, я не против. А, да ну, даже скрамбита убил. Нет. Вот это ты нубик. Я просто в шоке. Как? Ну чё, остался последний раунд? Давай, в последнем раунде я тоже буду с керамбитом. Дам тебе опять небольшую фору. Но я сейчас смотрю, наш бабочка тебе вообще не нужен, да? Я тебе хотел дать, подарить бесплатно, бескорыстно. Ну а тебе он не нужен, да? Ну и нет, но я так хочу его. Я тебе так никогда не выиграю. Еще раз сплачься мне тут. Давай, играем дальше. 4-0. Я сильно хочу. Да? Опа! Опа! Нет! Опа, не так сильно и хочешь. О. Минус ты. Просто минус Кира. Я так хотела, керамбит. Не понял. Ты что, плачешь? Да. Да ну. Ты плачешь, реально? Я сильно хотела нож бабочку. Ты плачешь из-за ножа бабочки? Да, я сильно хотела. Да, ну. Ну давай так, иди, короче... На Б я тебе расскажу один секрет. Короче, Кира, у меня для тебя есть одна очень важная новость, но ты, пожалуйста, не злись, окей? Хорошо. Короче, ну, скажем так, я снимал видосик на YouTube, и скажи привет, YouTube.
Ну ты даун, я тоже снимала канал Ютуб. В смысле, ты тоже ютуберша? Да, ты думал, я поверила? Я знала то, что ты мне не отдашь. Блин. Вообще-то у меня на канале 10 подписчиков, и я их натравлю на тебя. 10? Да. Ого, ты популярная. Они тебя уничтожат. Пока, ты тупой. Блин, ребят, я хотел честно, хотел реально ей предложить керамбит. Не, ну вы видели, ну как она нагло себя ведет. Не, все, никакого керамбита ей не будет. Но вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на канал КентПК и напишите любой хороший комментарий. Также предлагайте ваши идеи для будущих видео в комментарии. С вами был КентПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.